глубоко обсуждают развитие белорусско-азербайджанских отношений. Напомним, Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Восточной Республике. Основное внимание стороны уделят расширению торгово-экономического взаимодействия. Президент рассмотрит вопросы промышленной кооперации, реализацию проектов в области производства и поставок продовольствия, а также переработки сельскохозяйственной продукции. В Беларуси началась третья волна COVID-19. Как заявили в Министерстве здравоохранения, нет такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе двух предыдущих. Подъем постепенный, с еженедельным небольшим приростом. В Беларуси выберут логотип «Годы народного единства». Конкурс проводит Министерство информации. Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить заявку, представить в электронном виде свою творческую работу и написать пояснительную записку к ней. Материалы принимают по 26 апреля. Министерство лесного хозяйства подвело итоги акции «Неделя леса». В этом году кампания прошла уже в 14 раз. Больше всего волонтеров работало в Минской области – более 13 тысяч. А максимальное количество деревьев посадили в Гомельской области – около 12 миллионов. По стране этот показатель достиг 33 миллионов. 17 апреля будет дан старт чемпионату Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Бобруйская «Белшина» начнет свое выступление домашней встречи против Пинской волны 18 числа в 14:00. Поединок пройдет на стадионе имени Александра Прокопенко.